Сегодня, 19 мая, Всесоюзная пионерская организация отметила бы 92-й день рождения. Костры, марши, торжественные линейки, акции по сбору металлолома и макулатуры. Комсомолка решила выяснить, что знают о пионерах сегодня и каким запомнили это время. Старались, учились, чтобы быть пионером. Вот. А то в комсомол не примут. Ездили, принимали нас в это, в Самару возили. Вот как. Да ведь как торжественно, как мы, бедные, переживали. Там надо было, волновались как. И это тут сколько раз нам это самое показывали, как завязывать правильно-то. В общем, торжество было. У детей жизнь была очень интересная. Помню, операция была всесоюзная. 1 000 000 тонн родине. Это сбор макулатуры. Вот, то есть раньше никогда не выбрасывали. Взвейтесь кострами, синие ночи, мы пионеры, дети рабочих. Если руки не обманут. Давайте попробуем. Я пионерская вожатая.